Ну вот, мужики, мосты. Вот как снять барабаны, да, которые вот закисшие. Сбивать. Нет, это я привез. Они уже позбиваны. Один я снял. Вот сейчас второй. Это очень легко. Просто нужно нагреть вот это место. И все. И остудить водой резко. И барабан снимается. Ну, все зависит от колодок, конечно, как они там прижаты. Но вот это вообще не проблема. Просто нагреть хоть... Ну, я грею резаком. Просто быстрее. Можно газовой горелкой нагреть. И остудить. Вот и все. Сейчас покажу. Даже паузу ставить не буду. Он просто так не слазит сейчас. Он и не слезет. Шнура впритык. Не стал разматывать больше. Я думаю, достаточно. И водички чуть-чуть. Все. Барабан сорван. Не хочется, конечно, за это все разгребать. Колодок не слазит. Чего тут только нету. Это сейчас будем обрезать и точить из него шкив. Потому что он, ну, никуда не годится. Вот, как-то так. Ну вот и все. Ремешок, рама, мост, барабан, шкив. Шаблончик у меня такой вырезал по шкиву с этого, с двигателя. Промерять. Вот.
так сказать, ручьи. Все замечательно. Ремень вот вывернул. Смотреть, как говорится, посадку. И все, час делов. И шкив готов. Вот здесь до чугуна, вот темный, это чугунина, вот это. Алюминий. Здесь заточным этим шлифовальным. Прорезал о канавки. Вон стружка. Ну, как всегда, напильниками. Два напильника. Один здесь у меня вот так заточенный. Наковальня. И погнал. Придавать форму. Стружка офигенная. Вот она. Это такой вот токарный станок. А сейчас даже можно включить. Ровненько все. Ну, в общем, как полуось сварил, так она и нарезает. Этот миксер тут 600 минуту. Просто до деревяхи. Я тут струбцинами схватил. Сделал такой переходничок. Раньше у меня зажималась дрель вот в эти тиски. А сейчас думаю, что ее там зажимать тиски. Пристегнул и все. Отстегнул, отодвинул. Вот такие вот дела. Не знаю, может завтра еще вытащить один шкивок. Сейчас что-то не хочется. Барабанов вот 7 штук еще. Вот такие вот дела. А может, не буду. В процессе, короче. Как-то так. Итак, шкив готов. Шлицевая стоит на месте, прикручена. Вот так это все дело выглядит. То есть вырезана середина с диска сцепления. Ну, понятное дело, да, вот она. Обрезал вот так вот. От проставочная шайба, значит, центровал и вварил. Вот так вот выглядят, мужики, проставочные шайбы. Вот ей-богу, что не вопрос, где стоит, откуда она. Мужики, это вот передняя ступица, шестерочная, да, стоит барабан вот таким вот образом, вот таким. А вот эта шайба находится вот здесь. Вот она и называется проставочная шайба. Продается либо в магазинах за сумасшедшие деньги, либо на разборках за более-менее адекватную цену. Так, ладно, это вопрос 10. Шлицевая вваривалась в более-менее удобном положении для меня. Ее можно было развернуть и так, и с той стороны, и с этой. И прикручивать можно было ее и снаружи, и внутри. Ну, выбирался оптимальный вариант. И ставится все это дело будет вот таким вот, мужики, образом на коробку. Чтобы были зазоры везде. Здесь будет устанавливаться планка опоры первичного вала. Зазор присутствует, зазор присутствует. Единственное, будет сделана еще втулка распорная. Вот кусочек трубы полдюймовой. Он пойдет вот сюда. А здесь чуть большего диаметра. Вон она лежит, которая будет поверх шлицов прижимать, значит, ну, можно уже называть это шкивом, да, чтобы исключить вот эту возможность перемещения, значит, шкива по шлицам. Вот полдюймовая, ух ты, полдюймовая трубка будет упираться здесь в подшипник, ну вот в центр, она сюда чудесно одевается. Ну а здесь
соответственно, больший диаметр. Все это проваривается, отрезается и устанавливается. Как-то так. Все, проверяем. Ну, правда, понятное дело, что на шкивах, на шлицах диск играет, пока еще все это не зажато. Но, тем не менее, можно посмотреть. Я думаю, будет видно, как все это дело вварено, как все это дело проточено. Протачивалось, еще раз напомню, кто вначале не понял, вручную все это дело, без токарного станка. Сам процесс не показывал, потому что он у меня есть на канале. Бегите, берите, смотрите, кому интересно. Так и называется, шкив из барабана и так далее, там подобное, там полноценное сцепление. Вот, человек захотел просто по-простому, вот так, я сделал. Захочет полноценное сцепление, ну, снимет этот шкив и сделает сюда полноценное сцепление. Вот и все. Никаких проблем. Ладно, на этом, пожалуй, все. Видос можно закончить. Кому понравилось, оцениваем. С вами был Санек. Скоро увидимся.